чтобы действительно в вашей комнате, где вы будете рожать, было достаточно уютно и комфортно. Этот комфорт создает кто? Но женщине некогда будет уже создавать этот комфорт, конечно, ваш супруг. Партнерские роды в наше время стали уже привычным явлением. Будущие мамы к ним, как правило, активно готовятся. Теперь и для мужчин появились специальные курсы. Сегодня я пришел в школу молодого отца, чтобы понять, как мне помочь жене на родах, потому что мы с ней решили, что в этот раз у нас будут партнерские роды, и я хочу поучаствовать в этом процессе, как говорится. Преподавание ведет опытная акушерка Видновского перинатального центра Светлана Гончаренко. Программа насыщенная, рассказать нужно о многом. Обмахивать веером, вот эти сегодня жарко, я на роды тоже беру веер. Я, конечно, спрашиваю, комфортно, некомфортно. Вместе с папами на занятии присутствуют и будущие мамы. Ведь и им тоже порой необходимо по-настоящему осознать понятие партнерских родов. Я как-то вот больше одна готовилась, опять на себя брала. Но партнерские роды – это когда мы вместе дышим, вместе ходим. И ну, это для меня инсайт, это утренний. Схватка закончилась, за меня был вдох, спокойно. Папа говорит, какая ты мать. Задача папы очень сложная. Это занятие в Видновском перинатальном центре уже седьмое. Окончили школу ПАП более 50 молодых людей со всего Подмосковья. Узнали мы, в принципе, сегодня многое. Как правильно дышать, как делать определенные упражнения, чтобы помочь также своей супруге непосредственно в родах, да, проявить себя, сделать так, чтобы ей было максимально комфортно и без лишних болей, мучений и так далее и тому подобное. Главная цель занятий, чтобы и будущие родители чувствовали себя увереннее, и врачам была подмога. Папа не просто присутствует на родах, вот, они становятся активными участниками, что очень важно. Вот, они знают, как дышать, как поддержать супругу. Достаточно большое количество вопросов у пап пропадает после того, как они приходят на эту школу. До конца года еще более 50 молодых людей пройдут обучение в школе ПАП. Максим Козлов, Ольга Садовская. Видное ТВ.